24 января в комфортном зале КДЦ «Сатурн» будущие педагоги, отличники учебы, молодые исследователи, спортсмены, старосты и профорги всех образовательных учреждений нашего округа собрались, чтобы отметить окончание сессии. Для меня студенчество – это как новая жизнь, новое вдохновение. Я себя почувствовала человеком на самом деле и знаю, к чему стремиться. Я считаю, что если ты понимаешь, ради чего ты здесь, то ты знаешь, к чему тебе стремиться, и ты делаешь все для этого. Студентам быть нелегко, поскольку не все предметы даются в одинаковой степени легко. Некоторые предметы даются легче, спецпредметы некоторые, которые начали изучать в этом году учебные, даются с неким трудом. То, что будет применяться на практике, естественно, не может быть объективным без теории. Поэтому приходится учиться. Нелегко, но приходится. Тяжело в учении, легко в бою. Мероприятие считается для нашего города традиционным. Студенты Гжельского государственного университета, Московского областного медицинского колледжа номер 2, Раменского дорожно-строительного техникума, филиала авиационного техникума имени Казакова и Раменского колледжа стали участниками праздника, а лучшие из них получили благодарственные письма за успехи в учебе и активную жизненную позицию. На самом деле студентам быть вообще очень круто, потому что это море позитива, море новых знакомств, ты со всеми знакомишься, общаешься, у тебя разные движения, всякие мероприятия, ты везде ездишь, это просто студенческая жизнь, это надо ценить, потому что потом ты будешь это все время вспоминать, надо как можно больше быть активным и везде участвовать. Есть какие-то стереотипы, которые сложились за долгое время, он без денег, у него постоянно не хватает на обеды, он все время опаздывает, не досыпает, бывает вечером отрывается и ничего не делает. Я стараюсь этих стереотипов не придерживаться, вот. Ну, в принципе, удается. Праздник для студентов стал первым массовым мероприятием в год 75-летия Победы. Утром студенты возложили цветы на площади Победы, а после в дружеской атмосфере собрались в КДЦ «Сатурн». Я вас поздравляю, ребят, с этим праздником. Вы молоды, полны сил, у вас все впереди. Я желаю вам, чтобы вы всему научились, открыли этот мир для себя и творили в нем только добрые дела. Егор Кабанов, Дмитрий Курунов. Для программы «Городские вести».